Здорово, суслики, с вами я, Виноград, я не один, со мной Андрей Старший, а также... Ну, смотри, да. Ты зачем опять плот покрасил? Ну, ты что, издеваешься? Перекрась обратно, пожалуйста, перекрась обратно плот, я не хочу с таким плотом. Пожалуйста, сделайте нормальный, папа, ладно, не поможет. Все, смотри, все, ребят, берите молотки и давайте расширяем плот. Ну, короче, тупо рафт. Все. Все, что я вам могу сейчас сказать. Волшебный восток. Так. Ребят, если вам вы хотите, если вам понравится, вы захотите больше таких видео, то, естественно, напишите об этом в комментариях. Да, наберите 5 сусликов обязательно. Ну, виноградиков вообще-то у нас основной этот валюта и так далее. Ну, ладно. Подожди, мы виноградами торгуемся. Так, нет. Да блин, ну хватит меня так. Да хватит, пап! Ну ты-то куда? Ну хватит меня топить, дайте мне вылезти. Посмотрите на меня. Все, посмотрите на этот плод. Это прям вот не шикарный плод. О, да, смотри, покрась его вот так вот. И, короче, ребят, все. Все, ребят, хватит расширять плод. И так, нормас. Давайте. Мне кажется, вот такого пока что для начала достаточно. Теперь, так, папа, нажми на циферку 4, чтобы взять такое, знаешь, это... Вот, да, и просто, знаешь, вот так вот кликай по досочкам и красит. Вот. Не, пап, поменять... Вот, да. Все, папа, возьми обратно молоток, отлично. Так, слышь, работяга, иди работай. Я думал, ты на воздухе будешь сидеть теперь. Так. Ладно, нет, все, пап, дальше не надо, все, дальше не надо пока что. Да не, я думаю, вот так вот как-то сделать, если мы что-нибудь там потом это прикольненько сделаем. Так, первым делом я предлагаю сделать небольшой... Смотри, не перебивай, давайте первым делом, короче, сделаем такой небольшой домик, знаете, вот. Пойдемте сюда. Папа, так, папа, нажми на Е. Да, папа, правильно взял, только сейчас, подожди. Иди за мной сюда. Сюда, пап, я тут вот за тобой, вот сюда иди. Ну, а теперь тобой прыгай, иди. Вот так вот берешь и смотри, они должны быть вот чисто вот так вот, да, идти, и вот так вот, понял? Вот только вот так должны идти доски, понял? Вот, давай, ты в эту сторону, я в эту. Все, погнали, ребят. Мы должны... Я знаете, какую плод хочу? Прямо, чтобы там и пальмы, знаете, чтобы были. Нет, Сантри, больше не надо расширять. Вот ты сейчас вот так вот расширил все, вот достаточно, дальше не надо. Я так вот делаю. Блин, красиво. Угу. Норм. Все, пап, стоп, нормально, все, достаточно. Так, Сантри, ты там уже красишь, отлично. Так, теперь давайте вот так вот перевернем. И да, вот так вот дальше сейчас будем строить. Как это забор получается, да? Ну, так мы же типа на плоту, у нас толком никакого там бетона нет, у нас только вот такие досочки есть. Ну да, чтобы... Сандри, ты вот краситель, знаешь, ходячий, живой. Хотя нет, так даже красивее, в принципе, больше сочетается, так сказать. Все, Сантри, ничего, пожалуйста, больше не перекрашивай, а то у нас весь плод будет серо-бурмалиновый. Ага, да, кстати, ребят, зацените, что... Смотрите, тут диван можно поставить. Не, пока не надо, пока никакие диваны... Смотри. Не надо пока диваны строить, не надо, убери пока диван. А как удалить неправильно поставленную деталь? Не, нормально, все правильно. Не, вообще, как удалять ее? А, видишь, у тебя на цифре 3 такой молот есть. Циферка 3, видишь, такая. А, ей можно убирать все, да? Да, нажимаешь на циферку 3 и вот так вот. Понял. О, кстати, ребят, зацените, у Сантри есть такая прикольненькая штучка, видите? Да, это именно логотип. Да, это логотип канала Undermine. Вот видишь, у него на животе, вот посмотри. Стой, Сантри, не бегай. Вот, покажи папе, видишь, у него на животе. Короче, я предлагаю... Нет, давайте как-нибудь красиво сделаем, типа. Да нет, смотри, вот так вот не надо. Да это вот лишнее убирай, да. Короче, подождите, я хочу как-то так прикольненько, знаешь, сделать, чтобы было вообще идеально.
Вот здесь вот так вот проход вот такой широченный я хочу. Вот это вообще мы сносим отсюда. Да, так. Нормас. Так, смотри. Сантри пока перекрась вот стены. Вот под цвет, который у нас вот здесь вот. Я уже это и так понял. Папа, нет, пап, не надо. Вот тут уже не надо, тут у нас другая зона будет немножечко. Пока что убираем. Так, иди сюда за мной. Так, короче, нет, пока верх особо не стоит, потому что я хочу верх там, знаешь, такой более стеклянный сделать. Короче, ребят. Это доделать, да? Ты имеешь в виду? Ну, хотя бы. Не-не-не, подожди, не убирай, я хочу, знаешь, эту лестницу на второй этаж сделать сразу же. Чтобы у нас там дальше шли проходы. Чё стоишь, пап? Пошли, да. Я вас закрыл. Так. На тим молотом. Так. Да, давай, окна-то, давайте сделаем окна. О, это полезно. Окна? Окна мы сейчас сделаем, подожди чуток. Внизу не будет? Внизу мы сейчас тоже сделаем. Чуть позже. А вам не кажется то, что у нас какой-то дом слишком огромный получается, нет? А что, нельзя сделать маленький, что ли? Да вот именно. Ребят, сносим это дело. Давайте. Не-не-не-не-не-не. Пусть большой будет. Я не имею в виду другое. Не, большой имеется в виду, он реально большой вот с этой стороны. Я просто... Поставили бассейн, комнату, и все будет нормально. Не, ну просто я забрался на второй этаж, увидел вот это вот. Это капец. Ничего, давайте переделаем, тогда же лучше, мне кажется, будет. Смотри, помогай. А цифра 2, это что такое цифра 2? Цифра 2, это пока что тебе не надо, но там, знаешь, типа всякие стулья, уже декор сам идет. А, вот. Понятно. Здесь пока давайте вот такую вот. Вот смотрите. Я предлагаю вот домик вот Дашу, типа такой вот ширины сделать. Да, вот, я хочу, знаешь, такое, чтобы супер огромный дом я не хочу делать, вот. Так, пап, ты пока это, ты сейчас, я к тебе поднимусь. Пока, давай это пол вот так вот делать. Да, 101 миллиард лет. Да, не обращайте внимания, ребята, он у нас помешан на сусликах. А, ты еще мне и так зовут суслик. Если ты не знал. А, да? Да. Сусленцы Петрович? Чё, блин? Ты Сусленцы Петрович? Да. О, это уже слишком темный. О, есть вот это. Но у меня другой. Я хочу, вот, как вот этот цвет досок хочу? Вот, как вот еще вот этот? Не-не-не. Блин, ну просто, знаешь, такой одноцветный дом какой-то. Ну и чё? О, я придумал. Больше окон, ребят, больше окон. Надо окна делать. Так, папа, под тобой пол сейчас будет уничтожен. Папа провалился. А прям вот месть. Офигеть, рваться луна. А, к нам летит. Папа, там ядерный взрыв, аккуратней. Где? Ну видишь? Вот взрыв идет сзади тебя. О, день наступил, день. Это ядерный взрыв, пап. Сейчас ночь, это ядерный взрыв. Какое красивое утро. Что? Теперь как тебе? А, не, ну так лучше, да, реально. Да блин, хватит тут ломать эти блоки, блин. Это я случайно ломал, когда пол делал. Сейчас, подожди, давай поправим, да. Так вот. И да, все. Единственное, что мне не нравится у этой лестницы, она какая-то слишком уж темная уже идет. Так вот. О, вот так вот, да? И теперь берем вот этот темный и чисто вот эту зону. Да, во, идеально, во. Класс. О, да, еще и да. Так, пап, ты что там офкаешь? Давай. Еще и закрыла, посмотри. Папа, давай, выплывай, давай ко мне. Не, это уже не надо красить, это гусина. Давай, залезай сюда, давай, ты справишься, давай, ты залезешь. О, ребят, да ты чё так трудно? Он залез.
А, слушай, ты где, смотри, смотри, ты где? Я крашу. Где ты красишь? А, во-во-во, смотри, иди сюда, вот я вот тут вот, за тобой. Все, иди, смотри, как насчет вот этот пол, да, который не внутри дома, да? Вот так вот убрать, да, полностью. И... Нет, подожди, убрать, да, вот так вот я предлагаю. И поставить вместо него, вот сейчас покажу тебе, вот такую вот. Типа с травой. Все, давай тогда ломаем все это дело, наоборот. Да не надо, это пере... Папа, ты зачем это сломал? Папа у нас уничтожил. Папуля, папа, это месть посвящается. Все, ребят, давайте все в зеленом стиле сделаем. Так, папа, твоя задача, ломай пока что пол, который вне дома. Почему, зачем? Мы хотим его, видишь, травой вот так вот покрыть. Так красивее. Нет, сверху не получится. Блин, я опять упал. Это тебя Сандри подрезал прямо на моих глазах, причем. Окей. Ты моего папу лохом сейчас назвал? Нет. Посмотри мне в эти вот глаза, вот посмотри вот. Если мне не послышалось, то тебе капец в следующей серии. Продолжаем. А, папа доволен. Ага, ну все, лошок, папа, помогай. Это что-то... Молодой человек, это унизительно с вашей стороны. Я знаю, фигово. Это ерунда получается. Согласен, ну слушай, потом... В следующих сериях все будет куда лучше. Ну, тюнинг надо сделать. Делаем. Так, где буква Е, да? Что тут еще есть интересного? Пойдем, пап, за мной пока что. Я поставил тоски на места, которые... Так, пап, возьми вот эту вот фигню на цифре 3, чтобы ломать. Сейчас, минутку. Так, давай я пока Сандре буду помогать. Так, как ты хочешь? Я хочу прям всю зону, знаешь? Подожди, секунду. Ну все, теперь все будет красиво. Смотрите, что я нашел! Это посмотри, что я нашел. Посмотри, что я нашел. Па! Дерево. А я вот что нашел. Я не буду это убирать, пусть это здесь стоит, в принципе. Диванчик. Чувак, ты посмотри, что я нашел. А зачем вы дерево-то убрали? Красиво смотрелось. Это я посмотрел. Видосики и сказал, что дерево это не природа. А это стеклянный пол, что ли, там, да? Да, это стеклянный пол, можно на днище смотреть. Это красиво. Так, папа, я не понял, а что мы это, прыжочек нажимаем и идем работать? Давай. Слушай, начальник должен руководить парком. Я не понял сейчас что-то. Я начальник только руководит. Так, вот я вот сейчас не понял. Так, давай на камень, ножницы, бумага, давай. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три, что у тебя? Камень. У меня, блин, у меня ножницы. Конечно. Суслик. Другого и почти может. Так, а вот это вообще уже совсем перебор. Барьеры, да, классные, слушай. О, ну классный, да. Ну, реально классный барьер. Барьер вообще, да, топ. Муа, просто какие барьеры красивые эти. Папа, пошли работать. Папа, подойди сюда. Кс-кс-кс, папа, я здесь, давай. Можешь вот эту вот всю зону, вот эту вот, вот эту вот, из шести вот этих досок сломать полностью? Могу. Делаем райский уголок. Я делаю, короче, вот это, вы мне не мешайте, пожалуйста.
Я тоже сейчас пойду это растение насажу сам. Так, что я хочу посадить? Я хочу посадить вот каких-нибудь вот таких вот штучек. Пам, пам, пам. Получается, красиво. Да, прикольно. А пару минут назад только говорил, что полнейший ГГ получается. А, ГГ это, по-моему, значит, пофиг. О, да, о, ребят, мы же выживаем посреди что-то типа жаркого океана, да? Да. А почему мы тогда до сих пор не поставили ее? Ребята, как насчет убрать деревья и поставить пальмы? Давайте нет, смотри, убери. Да, блин, рядом было. Смотри, не ломай пальму. Красиво. Я пальму не убил. Молодец, ты ее уничтожил. Не убил, но уничтожил. Так, смотри, уже с ума сходит, все понятно. Ага, ну конечно. Нужно оставить, мне кажется, встретиться на следующую серию. Да, вот именно, ребят. Мы, наверное, уже будем заканчивать. Поэтому... Да, Сандри, поставь сейчас маленькие кустарнички только уже. Короче, ребят, если, опять же, если вам понравилась данная серия, вы хотите больше таких вот просто, где мы прикалываемся, что-то играем вместе, тут вот всякое такое. Мне вот лично понравилось, как мы тут сейчас носились, игрались. Поэтому, ребят, о, да, нет, Сандри, только ты не перебарщивай, ты добавляй и друг... Сандри, не перебарщивай! Сандри, хватит, пожалуйста. Это... Все, убери, пожалуйста, это все. Но это уже реально перебор, тут слишком их много наставил. Так вот, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилась серия. Подписывайтесь на канал, кто это не сделал. Нажимайте на колокольчик. И всем что? Всем пока, ребята. Всем пакулики, до свидулики! Да, пока. Так, все, заканчиваем строительство, все в следующей серии. А, ну, а ты пока убери вот это вот. Ах, ты ж нет, я буду ягоды сюда ставить. Всем, ребят, пока.